Так, друзья, всем добрый день. Сейчас вот небольшие технические моменты. Итак, всем добрый вечер. Рад всех приветствовать сегодня на нашем лайве. И сегодня у нас будет такая необычная тема. Это оптимальные страны для регистрации e-commerce бизнеса. То есть мы поговорим о том, какие страны с точки зрения юристов, нас, с точки зрения наших клиентов, того опыта клиентского, который мы прошли, оптимально подходят для регистрации вашего e-commerce бизнеса. Скажите, пожалуйста, если меня видно, слышно, поставьте плюсики, ручки, ножки, что-нибудь еще. И сегодня у нас лайв будет немножко в таком необычном формате, потому что поделюсь таким лайфхаком. Я в своей работе уже очень давно, больше, наверное, 15 лет, постоянно использовал блокноты. Очень много разных блокнотов, больших, маленьких, форматов А4, меньше. И когда у меня собралась их уже целая тумбочка в офисе, я понимаю, что выбросить их жалко, потому что там есть какая-то ценная полезная информация, но в то же время найти ее тоже там нереально что-то. Поэтому с тех пор я перешел на iPad и на Apple Pencil, который позволяет это все модерировать либо же делать. Теперь я покажу, как я предлагаю провести сегодняшний лайв, сегодняшнюю нашу встречу. Так, она будет у нас сегодня в таком формате, где я буду рассказывать и сразу же рисовать, писать. Ну, во-первых, когда я провожу встречу, либо даже там, совещание с сотрудниками, оно намного удобнее, понятнее, когда ты рассказываешь и что-то сразу визуализируешь. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Как уже говорили, это оптимальные страны для регистрации компании под ваш e-commerce бизнес. Но перед тем, как перейти к странам, я хочу затронуть такой момент. Для чего вообще регистрировать компанию? Что компания может такого дать, чтобы почему ее использовать? Первое. Вот смотрите. Например, у нас есть наш Amazon аккаунт. Вот есть у нас физическое лицо такое. Ну, сразу скажу, с художественным у меня не очень, но зато будь доходчив. И когда мы продаем, мы товар отправляем на склад, продаем, и от Амазона мы получаем деньги. Так вот, в такой ситуации, когда мы торгуем как физическое лицо, все деньги, которые мы получили от Амазона, весь наш доход по требованиям налогового кодекса любой страны, потому что это будет одинаково практически для всех, он попадает в налоговую базу этого человека, который получает эти деньги. И на самом деле неважно, куда вы их получаете, на банковский счет, на Payoneer, на там другую платежную систему. Это деньги этого физлица, который заработал. И вот согласно налогового кодекса, с вот этих денег, которые мы получили, мы обязаны заплатить, ну, давайте будем говорить на примере Украины, это 18% НДФЛ плюс 1,5% военный сбор. Итого 19,5% от суммы денег, которые мы получили. Самый важный момент не от суммы прибыли, а от суммы денег. Теперь, когда мы ведем наш бизнес как компания, что у нас меняется? У нас есть Amazon, у нас есть наша компания, пускай будет ЛТД, и у нас есть собственник компании, физическое лицо. Он инвестировал какие-то деньги в компанию, компания купила товар, отправила товар, продала его, от Амазона получила деньги. И вот компания будет платить налог немножко по другому принципу. Компания будет платить налог на прибыль. Соответственно,
Это будут доходы компании минус затраты. Затраты – это себестоимость товара, доставка, логистика. Даже отзывы, которые покупают, можно в затраты отнести, если правильно. И мы получаем прибыль. И вот уже с прибыли компания будет платить налог. Теперь просто если посчитать, то, например, со 100 тысяч дохода физлицо должно заплатить 19,5%. Это будет у нас 19 500, а компания заплатит в разы меньше. Например, пускай у нас будет 60 тысяч, за 60 тысяч у нас будут затраты, компания заплатила компании минус там 60 тысяч, у нас получается 40 тысяч, и компания заплатит, секундочку, и компания заплатит там, допустим, 18%, то есть порядка там 9 тысяч налога заплатит компания. Видим, разница существенная. Чем больше будут цифры, здесь еще мы взяли для примера большую сумму затраты 60%, но на самом деле бизнес, который ведется затратами 60%, это очень хороший бизнес. Обычно затрат больше. И чем больше у нас оборот, тем больше мы продаем, тем затрат у нас становится больше. Поэтому это просто я хотел объяснить, показать, почему все-таки стоит использовать компанию, а не физическое лицо. Ну, там о штрафах, о ответственности налоговой, которая может возникнуть, если налоговый знает о таких доходах, мы сегодня говорить не будем. Мы поговорим о вариантах компании, которые стоит использовать. Ну, по нашему опыту, по опыту наших клиентов. Еще хочу сразу сказать, ребята, смотрите, здесь сверху на видео, если вы обратите внимание, есть ссылка на форму. И у меня просьба, ну, либо же в процессе лайва, либо же в конце лайва, уделите, пожалуйста, 15 секунд, заполните эту форму. Это, во-первых, это обратная связь нам, мне, нашей команде, насколько ценная и полезная информация, которую мы даем, рассказываем, это первое. И второе, те, кто заполнит форму, получат инфографику, которую мы создали, где очень сжато, красиво, по моему мнению, представлена информация о тех компаниях, о тех юрисдикциях, по которых мы сегодня будем говорить. Итак, когда мы выбираем компанию, многие отталкиваются, нужно выбирать компанию в той стране, где меньше налогов. Но на самом деле налоги – это один из факторов, по которым стоит выбирать компанию. И очень часто он является не основным. Что мы рассматриваем, когда, к примеру, к нам приходит клиент и говорит, там, я хочу перевести свой Amazon бизнес на там правильные рельсы, поставить его. Вот зарегистрируйте мне компанию в США. И вот тут говорит, зарегистрируйте мне компанию в UK. Либо там есть даже экзотические страны. Но мы всегда стараемся отталкиваться от задач и потребностей клиента. Для чего ему компания, какие кроме компании, кроме бизнеса, у него еще есть цели, какие у него есть еще задачи. И уже исходя из этого мы подбираем для него компанию в той стране, которая для него будет наиболее оптимальна именно по его требованиям, задачам, либо же хотелкам, как есть у некоторых. Первое, наверное, основное – это инвестиции. Есть ли требования привлечь внешние инвестиции, ну, сюда же поставим кредитование. Вторая цель – это иммиграционная. Есть ли желание, либо там цели, какие-то планы переехать самому, либо же со своей семьей в ту либо иную страну?
То есть это тоже стоит учитывать, потому что некоторые компании, они дают определенные плюсы, либо плюшки, как мы называем их, при получении иммиграционного статуса. Видите, с ошибкой написал здесь чик-чик-чик. Кредитование. Так, дальше. Это на каких рынках мы планируем работать? Где продаем, либо же предоставляем услуги? И очень важный для e-commerce бизнеса, менее важный, но все-таки один из составляющих факторов, это когда мы говорим, это у нас исключительно Amazon, либо у нас могут быть другие маркетплейсы. Там тот же Walmart, Shopify и так далее. Еще может быть такой фактор, который влияет, это в каких странах находятся контрагенты. Потому что... Сейчас, секунду. Потому что в некоторых странах есть ограничения по транзакциям с некоторыми странами. Там банки не хотят работать с компаниями либо с той, либо с иной стороны. Особенно это требование по финансовому мониторингу очень сказывается. Были сложности, когда клиенты хотели оплатить в Эмираты. Были сложности, когда клиенты хотели оплатить там другие экзотические азиатские страны. Тоже этот фактор следует учитывать, когда мы выбираем компанию. И последний, но не последний по важности, это банки. Есть ли требование, либо необходимость открыть банковский счет, либо достаточно будет платежной системы, какой платежной системы, как она будет работать в тех либо иных странах. Есть ли возможность открыть банковский счет удаленно, либо нужно личное присутствие. Как этим банковским счетом управлять? Если открываем удаленно, это только через посредника, либо представителя, либо я могу сам это сделать. Вот эти все факторы стоит учитывать, когда мы выбираем компанию, где регистрировать. Ну и последний, конечно же, налоги. Какие налоги, как они платятся, можно ли налоги каким-то образом оптимизировать, либо же законными способами уменьшить. Это все влияет на выбор компании. Так, сегодня мы поговорим о следующих странах. Очень кратко мы пройдемся по США, потому что, наверное, одна из самых популярных стран, очень много информации по ней и в Ютубе, и в данной группе. Но если же вам недостаточно этой информации, которая есть, вы можете зайти к нам на блог, на нашем сайте FB.ua, и у нас там есть по США, у нас есть целый ряд статей, где мы рассматриваем бизнес США, компании США с разных точек зрения. Регистрации, налогообложения, финансирование. И мы продолжаем эту серию статей дописывать, поэтому заходите, смотрите, там много полезного, детального и глубокого. Дальше, это UK, это Так. Это у нас Эстония. Это у нас Гонконг. Это у нас Кипр. И очень кратенько я остановлюсь еще о такой экзотической стране, как Панама. Чем она экзотическая, вы узнаете в конце. Итак, США. Ну, мы уже говорили, у меня был лайв и вебинар на тему
американских компаний, налогообложения их. Поэтому здесь мы кратенько остановимся. Ну, первое, то, что есть два типа компаний, LLC и корпорация. Для нерезидентов доступны только эти два типа. Есть еще S-Corp, но он только для резидентов США, либо тех, кто имеет Green Card, могут его открыть. Поэтому, если смотреть здесь, то в корпорации два уровня налогообложения. Первый уровень на уровне самой компании, это 21% она платит. И второй уровень, это когда выплачиваются дивиденды уже физическому лицу. Здесь он будет стартовать от 15%, если вы не налоговый резидент США. В LLC у нас будет только один уровень. Он будет стартовать от 10%. То есть LLC — это такая интересная, необычная форма. В Украине, в странах СНГ таких аналогов нету. У нас похоже очень с ФОПом, либо же ИП, когда платит физическое лицо, платит уже сразу налог. То есть, но здесь интересно в чем, что прибыль компании будет считаться прибылью физического лица. И физическое лицо уже от 10 до 37% будет платить налог. Открыть компанию можно совершенно удаленно, управлять ее дней тоже можно совершенно удаленно. Для Amazon есть такие особенности, как utility bill в США, потому что не по всем адресам его можно получить. Поэтому здесь стоит на эту вещь обратить внимание. Так, идем дальше. Следующее, давайте рассмотрим UK. Тоже страна, где неважно, у них в основном все регистрируют ЛТД, ставка налогообложения, налога на прибыль компании 20%, которые платит компания на прибыль, и потом уже при выплате дивидендов физлицо платит свой налог, но он будет уже платить в своей стране, где он является налоговым резидентом. Из особенностей этой страны довольно простая регистрация. Сложности возникают, это когда нужно ввести ВАТ. И причем ввести его не только в одной стране, но и в нескольких странах. Мы знаем, что если мы хотим продавать в Европе, нам необходимо получить обязательно ВАТ-номер на нашу компанию, иначе без него Amazon просто нас не разрешит нам продавать. На компанию в UK можно точно так же открыть аккаунт как в Европе, так и аккаунт открыть как в Европе, так и в США. Важный такой момент, что если вы на компании в UK открываете аккаунт на американском Амазоне, то вам на некоторые услуги может начисляться ВАТ. Это касается всех европейских стран, на которых мы открываем аккаунт на Amazon.com. Для того, чтобы этого избежать, вам необходимо, чтобы ваша компания имела ВАТ-номер. Вы просто его вписываете в Amazon аккаунте, и все. Amazon не будет дополнительно начислять на вас ВАТ, что очень удобно. Дальше. Эстония. Чем мне нравится эта юрисдикция, что есть возможность получить электронное резидентство. Это не виза, это не электронное резидентство, не дает какого-то там визового статуса, либо же облегченного пересечения границы, либо дополнительных каких-то бонусов в получении
иммиграционной виз, либо же иммиграционных статус. Они просто обозвали его так интересно. На самом деле электронное резидентство – это такая карта с таким чипом. И она дает просто доступ к административным услугам государства. Стоит она там 100 евро, получить ее можно в любом посольстве, где-то занимает месяц-полтора. Получив такую карту, вы можете сами регистрировать на себя компанию удаленно. Единственное, что вам понадобится, вам все равно нужен будет представитель в Эстонии, потому что вы являетесь не резидентом, должен стоять какой-то резидент за компанией, который будет представлять компанию перед государственными органами. Поэтому возможность такая есть, но я бы не сказал, что ней очень удобно пользоваться, но фишка и реклама, которую делает Эстония, в этом плане очень классная. Что еще? В Эстонии очень интересно налогообложение, о чем тоже они везде рассказывают, показывают. Ну, в общем, реклама, пиар у Эстонии очень классный. Они говорят, что у них налог на прибыль ноль. Это действительно так. В Эстонии нет налога на прибыль, поэтому он ноль. Но есть налог на выведенный капитал. И вот налог на выведенный капитал, то есть когда он платится? Он платится тогда, когда будут выплачиваться дивиденды. Но данный налог он будет составлять 25%. Да, если вы откроете законы, там будет написано, что 20%, но на самом деле там 20% умножить на 0,08 идет, там специальная формула. Непонятно, почему они так сделали. Но, в общем, если вы будете платить себе дивиденды с эстонской компании, то вы обязаны заплатить 25%. И дальше, когда... Это вы заплатите только в Эстонии. И когда там, учитель компании получит эти деньги, он еще в своей стране должен заплатить налоги согласно там, налоговых требований своей страны. В Украине налог на дивиденды составляет 9 плюс 1,5% военный сбор. Открыть компанию можно удаленно. Срок открытия компании порядка 2-3 недель, но сейчас из-за карантина многие работают удаленно, поэтому, к сожалению, некоторые процессы идут более затянутым. Так, из плюсов Эстонии удаленно, пока дивиденды не выводим, налог не платим. Из минусов Эстонии, что банковский счет открыть практически нереально. Для того, чтобы открыть банковский счет в Эстонии на эстонскую компанию, необходимо показать связь для банка вашей компании с Эстонией. То есть у вас должны быть там либо офис, либо же сотрудники, либо же контракты с какими-то реальными эстонскими компаниями, а не с такими же. Поэтому здесь можно... Поэтому, если нужен банковский счет, Эстония, к сожалению, не подойдет. Так, Гонконг. Очень интересная страна тем, что можно получить, ну, давайте так, регистрируется где-то порядка от месяца компания в Гонконге. Нужно смотреть вариант еще такой, что для чего она используется. Вот еще один важный момент, не сказал в начале, что если мы регистрируем компанию, нужно понимать, необходимы ли апостилированные документы. Так, ну так как у нас планшет, мы можем вернуться в начало и добавить здесь, например, 8-й пункт, апостиль. Для Амазона апостиль не нужен. Что такое апостиль? Это документы из одной страны будут подходить с другой страны, если они легализированы. То есть, например, документы, которые выданы какими-то государственными инстанциями Гонконга, они будут легальными в другой стране, то есть их могут использовать контрагенты, банки, либо же финансовые учреждения в другой стране, если они будут легализированы.
Процедура легализации проходит двумя этапами. Да, извините, тут опустил. Просто это очень важно, потому что иногда это сильно влияет на стоимость. Например, это может 50% стоимости компании может обходиться стоимость апостиля. Апостиль — это у нас легализация документов. Это не то, что они там какие-то черные, либо же криминальные, либо еще что-то. Но такая процедура, она называется легализация. Она может идти двумя этапами. Либо же проставлением апостиля. И здесь есть конвенция, которую подписали там больше 130 стран, которые участвуют в этом апостиле. То есть они подписали, они сказали, что если к нам заходят документы, которые, на которые проставлен апостиль с другой стороны, то они у нас считаются легализированными. Апостиль — это на документы сшиваются, ставится печать, и там специальный нотариус, либо же уполномоченное лицо пишет, что они проверены, нелегальны, и подписанты там правильные. Либо же путем поставления апостиля, либо же второй вариант через консульство. Но это всегда... Например, практически все компании, они, все страны, большинство стран, с которыми мы работаем, они подписали эту конвенцию, но вот Эмират в этой конвенции нет. Поэтому если у вас будет компания в Эмиратах, либо же вы захотите ее использовать для бизнеса в других странах, вам необходимо будет через консульство дополнительно легализировать эти документы. Так, чем интересен Гонконг? Основное – это налоговый статус, потому что у них так называемые принцип страны существует, и они говорят, что если доход не получен, гонконгская компания не получен с территории Гонконга, то тогда компания может получить так называемый офшорный статус и платить налоги по ставке 0. Обычная ставка в Гонконге, мы сейчас говорим о налоге на прибыль, 16%. Для того, чтобы получить этот офшорный статус, компания должна не получать доходы с территории Гонконга. Гонконга, либо же Китая. Поэтому платить на гонконгские компании, либо же на китайские компании она может, но получать от них деньги она не может. Ну, точнее, физически она может это сделать, но тогда просто вы не получите офшорный статус и будет работать довольно сложно. Важным таким моментом является то, что с прошлого года, к сожалению, налоговые органы Гонконга, когда компания работает уже там 2-3 года, получила офшорный статус, у нее большие обороты, они начинают спрашивать: хорошо, вы у нас налоги не платите, а где вы налоги платите? И этот вопрос многих реально загонял в ступор, потому что они думали: ну, если я не плачу в Гонконге, значит, я тогда не плачу нигде, и как бы такая вот удобная страна. Правила меняются, Гонконг и гонконгские власти начинают задавать вопросы по этому поводу. Как с этим работать, здесь уже нужно разбираться в каждой индивидуальной ситуации. И на гонконгскую компанию очень хорошо, легко можно открыть банковский счет, Amazon аккаунт. Это будет смотреться логично, тем более, если вы покупаете товары в Китае. Дальше, Кипр. Про эту страну, наверное, слышали, видели многие. Очень часто это в новостях связано с олигархами, с какими-то коррупционными скандалами, либо же еще с какими-то вещами. И почему-то до сих пор все считают Кипр офшором. На самом деле Кипр с 2004, по-моему, года, он член Евросоюза. И страна с полноценным налогообложением, с отчетностью, более того, отчетность должна быть аудированная, и
требования к ведению таких компаний на Кипре довольно-таки серьезные. Единственное, что на Кипре очень интересное налогообложение и разные налоговые условия, либо же льготы, которые можно получить. Да, Кипр не раздает их даром, но все-таки очень интересный вариант может получиться. Первое. Налоговая ставка на Кипре 12,5%, что уже меньше, чем в других странах. Срок регистрации компании на Кипре здесь, конечно, будет дольше, где-то 2-2,5 месяца. Из минусов таких ощутимых, это то, что отчет должен всегда заверяться аудитором. Поэтому это влияет всегда на стоимость. Но зато вы точно знаете, что ваш отчет с вашими финансами, с вашим учетом, все отлично. Ну, по стоимости, если говорить, то Кипр, наверное, компания, страна, которая имеет какой-то такой, там, определенный налет офшорности. Но на самом деле у нас есть много клиентов, у которых есть кипрские компании. У нас есть наши партнеры, которые на Кипре. Мы там часто бываем. То с точки зрения налогов очень классно, удобно. Сейчас я объясню еще какие вещи. Почему это может быть интересно. К примеру, общая ставка на Кипре 12,5%. Но можно получить так называемый IP-бокс. Это для тех компаний, которые создают интеллектуальную собственность, либо же получают доходы потом с трудом интеллектуальной собственности. С одной стороны, это компании IT, которые разрабатывают там, игры, программные продукты. С другой стороны, это компании, которые разрабатывают патенты на разного рода товары и потом товары либо же продукты и получают доходы как раз с таких использования таких патентов либо же программных продуктов. Так вот, здесь можно получить, если получить IP-бокс статус, это статус, который налоговым органам присваивается, то тогда ставка налогообложения у вас будет 2,5%. То есть ее можно легально уменьшить очень сильно много раз. На Кипре нулевой налог на дивиденды. То есть Кипр ничего не удерживает. И, наверное, еще из моих самых таких любимых о том, что можно получить налоговый статус. Налоговый статус на Кипре. Так называемый статус недомицильного резидента. Что он дает? Вы получаете налоговый номер на Кипре, и с этим налоговым номером доходы, этот налоговый статус получает физическое лицо. И этот налоговый статус, он дает ему, освобождает его на 17 лет от налога на, так называемый, налог на оборону. Ну, сейчас я немножко, может быть, запутаю вас, но основной момент в чем, что киприоты, у них основной налог не на прибыль, а налог на вот оборону, который они не платят. Если мы получили статус налогового резидента, это означает, что считайте, что это налог на наши доходы, на доходы физического лица. И с таким статусом мы получаем 0% на налоги. Поэтому, если выстроить такую схемку, где у нас есть физическое лицо, есть Кипр, который получил 2,5% IP-бокс, есть физическое лицо, которое получило 0 на доходы, и здесь еще у них будет 0 на дивиденды, соответственно, то получается все налоги, которые получатся от такого взаимодействия, будет всего лишь 2,5%.
Для того, чтобы получить налоговый статус на Кипре, самое основное требование – это проживание на территории Кипра 20 дней в году. Не всем подойдет, но все-таки очень удобно, если ваш бизнес позволяет находиться на Кипре 60 дней в году, то вы можете легально получить там налоговый статус и, самое основное, на законных основаниях платить ноль с ваших доходов. Ну, подойдет ли он вам, здесь нужно уже рассматривать индивидуально данную ситуацию. И последнее, последнюю компанию, о которой я бы хотел поговорить, это Панама. Вот сразу скажу, Панама – это классический офшор. То есть, что означает офшор? У нас нет налогов, у нас нет отчетов, мы не платим налоги, мы не сдаем никакие отчеты. Я бы сказал, что это идеальная компания для там, предпринимателей, для ведения бизнеса. Но мир у нас меняется, налоговые требования разных стран меняются, и с офшорами становится работать очень сложно, либо же некоторые страны просто невозможно с ними работать, это прямо запрещено. Но Панама является той страной, которую можно рассмотреть для ведения e-commerce бизнеса, потому что Панама есть в списке разрешенных стран Амазона. Это единственный офшор, который там есть. Поэтому, если же нет никаких там больше требований у вас к компании, то можно тоже рассмотреть как вариант использования компании. Да, сразу скажу, банковский счет вы не откроете на эту компанию, но можно открыть счет в платежных системах. Не всех, но во многих. И работать с этой компанией без налогов, без отчетов. Я просто здесь показал как для примера того, что может быть, какие компании можно использовать, и что Панаму тоже можно использовать, потому что многие задают вопросы, спрашивают, а есть ли компании, которые вообще безналоговые, чтобы мы не платили? Мы говорим, да, есть Панама, но когда мы разбираем уже ситуацию клиента, его задачи, его требования, Панама не всегда, к сожалению, подходит. Так, это, наверное, основная информация, которую я хотел сегодня поделиться, сегодня рассказать вам. Мне очень... Сегодня я первый раз делаю такой формат именно с планшетом, с рисованием, поэтому уделите, пожалуйста, там 20 секунд на то, чтобы заполнить форму обратной связи. Как вам вообще информация? Понравилась, не понравилась? Полезна она была вам, не полезна? Можете там оставить какой-то вопрос, если же у вас есть, либо же появился. И вот именно в формате рисования подходит вам такой формат продолжать, не продолжать? Интересно, неинтересно, сегодня такой тестовый был. Так, ребят, основная информация, я закончил, сейчас отвечу на вопросы, которые есть, которые... Так, Юрий спрашивает, в какой стране из перечисленных легко открыть банковский счет и надежно его ввести? Ну, смотрите, банковский счет, я бы сказал, что надежно ввести его в любой стране, потому что банк – это все-таки большая организация, которая имеет лицензию, находит по требованиям национальных банков, и поэтому в этом формате любой счет. Но для некоторых стран это не совсем может не вижу, просто не вижу это комментарии, которые вы оставляли с вопросами. Ну, сейчас мы найдем другой формат, как их посмотреть. Так вот, здесь можно банковский счет можно желательно банковский счет открывать с личным присутствием.
это желательно, потому что в основном банки, которые дают хорошие условия по работе, в котором деньги быстро хорошо ходят, они все-таки требуют личного присутствия. Сейчас, кстати, вот с введением карантина, с введением всех этих вещей, у нас очень меняются требования. Даже сейчас, вот есть, мы сейчас ведем переговоры, даже тестим нескольких клиентов на открытие банковских счетов в США, в самых крупных банках, и это там, где мы не могли подумать, что это можно будет сделать, но сейчас это происходит, можно уже такие вещи делать. Когда мы закончим, посмотрим, что все работает ок, то можно сделать. На Кипре можно открыть счет, достаточно, но желательно туда приехать. Есть банки, которые открывают счета удаленно, но это будет длительная процедура. Есть еще довольно часто открывается счет такой, есть такой швейцарский банк, называется Симбанк, можно посмотреть, чтобы там открыть счет. Там он счета открывает удаленно, большой плюс, там есть русскоговорящая поддержка. Он не работает со всеми бизнесами, у него там специфические условия, например, там должен быть депозит определенный, неснижаемый такой, и после этого можно работать. Так, сейчас еще посмотрю, какие там вопросы. Так, секунду. Так, к сожалению... это у меня планшет отключился. Ладно, в принципе, я хотел показать, я вам показал. Надеюсь, данный формат для вас был полезным и интересным. Ребят, пожалуйста, оставьте там в форме обратной связи, поставьте нам оценку, потому что это важно для нас и для нашей команды. Даем ли мы полезную информацию? Что бы вы хотели изменить, либо же дополнить в той информации, которую мы предоставляем. Окей, рад был с вами сегодня для вас порассказывать. Надеюсь, было сегодня полезно и интересно. Сейчас такой период, который довольно интересный, потому что с карантином, с кризисом некоторые процессы как в финансовой сфере, так и в юридической сфере меняются и меняются в сторону улучшения услуг для бизнеса. Поэтому мы тоже некоторые услуги сейчас их немножко делаем такой апгрейд и запускаем их в новом свете, в новом видении. Ну, вскоре вы о них узнаете. Хорошо, ребята, всем тогда хорошего дня. До новых встреч. Подписывайтесь на нашу страницу на Фейсбуке и заходите, читайте наш блог. Очень много полезной информации. Все, всем спасибо. До новых встреч.